У омичей спросят, кого они хотели бы видеть мэром Омска. Общественный опрос будет проведен до конца июня. С инициативой выступило региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления. Ранее, после провальных выборов мэра, общественная организация предложила омичам альтернативу самим выдвинуть кандидата на пост главы города. В итоге в адрес совета местного самоуправления пришло 30 заявок. Политики, общественники и журналисты. Их имена будут вынесены на опрос. В своеобразном референдуме примут участие 5000 горожан. В конце июня определят лидера общественного мнения. Я не согласен с тем, что омичам все равно. Я уверен в том, что омичам не все равно. Кто-то примет для себя решение. То есть мало иметь амбиции, надо еще иметь и некую узнаваемость жителей, и главное, поддержку жителей. Потому что мэр должен быть узнаваемым. Мэр должен поддерживаться частью населения активной.